Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет новый такой интересный журнал «Делай ноги». Тут производится у нас марлин, как видите. Тут у нас в данной коллекции 198 накрючек, из них около 50 специальных. Там где-то около 20 блестяшек и ПВХ-шек. Вот, в плакат идет ПВХ-шечки. Такой интересный мультик. Я его не очень смотрела, но сюда, наверное, блестяшечки. Мабли. Не совсем не помню этот мультик, если что смотрела, если что смотрела. Глория, так. Главного героя я уже и не помню. Наверное, это он главный герой. А это Глория. Что они там танцевали, не знаю. Тут Нестер. Ломбардо, Риналдо. Вот это мне больше всего нравился. Он такой прикольный. Ловелас. Производство журнала, наверное, Испания, если не ошибаюсь. Может быть, даже Италия сама. Не, наверное, скорее всего, испанская. Испания. Танц. Какая-то такая история была прикольная. Сначала такая мрачника, а потом, да, стала хорошей. И вот сюда этот ПВХ-шный, куда захочешь, вклеиваешь. Вот чистый плакат. И вот из них какие специально тебе должны попадаться. Можно сюда наклеить, а можно куда захочешь из вот этих волн. Ну, как бы волны из снега. Вообще клево. Все такой классненький журнал. Историю показывает. И главное, картинок очень много. Пустоту не заполнено. И вообще, мне так нравится графика. Смотрите, прям волосинки. Класс. Не знаю, это мне больше всех нравится вот все время на графике. Ну, тут довольно так скучновато пошло. Надеюсь, наклейки все спасут. Тут финал. И прилетели люди, к сожалению. Так, журнал 32 страницы. И давайте откроем. У меня вот тут находится 10, кажется, пакетиков из данной коллекции. Так, ножницы забыл достать. Запечатали намертво. Аж по швам. Странно, что я еще не разорвал там, смотрите. От старости уже и пакетики начинают рваться. Зачем их так сделали? Теперь я так отрываешь, вредишь пакетик, портит, точнее. Пакетики у меня не собирают, насколько я знаю. Ну, я тоже стала по одному пакетику, то, что мне не собирать. Вот так все пакеты разбросал. О, кстати, смотрите, обложки все разненькие есть. Так. Есть вот этот наш Ловелас. Прикольный который. Кажется, Глория. Ну, это, наверное, буфера, да? Главный герой. Вот этот вот здесь прикольненький маленький пингвинчик. И все, вроде бы, да? Только четверть, пять. 4 только. Да. И давайте откроем, посмотрим, что же мне попадется. Какие же там ожидают нас наклеечки. Так. Хочу себе оставить тот, который открылся. Но жалко, он здесь поврежденный. Так. О, как раз и он.
Пингвинята. А, ВХшка. Класс. Здесь. Надеюсь, мне попадутся хотя бы. Ну, листяшки я как раз хотела. Ух ты ж. Спинка. Жопенция. Наверное, вот его же пенсия. Это лапочка. А, еще один. А ну, пакетики. Класс. Тут два спеца. Лапочки. Пингвин, на самом деле, такие хорошенькие. Так, это у нас катывается. Не, вроде так. Еще ПВХшечка. Прикольно. И вроде другая. Кажется, главный герой попался. Это вроде по Птуркли. Еще блестяшка. Здорово. Я так надеялась, хотя бы одну людьми найти. То наверняка в таких журналах. То есть, ну, в таких коллекциях очень редко находишь. Ну, вот эти пингвинят просто стрелись. Так. Опять парочек любовный. Вот эти двое. Клён. Опять этот мелкий. Еще ПВХшка. Кажется, тоже новая. Три спеца в одном пакете. Да ладно. Клёво. Здорово. Ой, сейчас что-то блестит. Прям странноватенько. Тут у нас Глория. Чем-то я ее запомнила. Глория сюда. Опять этот. Ой, еще Глория. ПВХшечка. Ее нету, да? Кстати, мне нравится, что здесь такая именно окантовка прикольная. Голубенькая, беленькая, синенькая. И прям все на белом, все такое беленькое. Прям такое вообще здоровское. Умиротворённый фон. Прямо радуешься. И радуешься. Листяшечком. Аж две ванны, чё себе. Класс. Happy Fest опять. Что за Happy Fest? Наверное, этот. Счастливый Fest. Ноги. Тут не брак ли, интересно? Ладненько. Коллекция очень редкая. А сейчас собираю только 5 человек. Если что, пятый стал. Блин, у меня там еще одна блисташечка. Клево. Блин, она вроде новенькая. Потому что, смотрите, Глория в другую сторону смотрит. А это ее партнер. Этот главный герой. Клево. Все здоровски. Так, что же здесь нас ожидает? Прям не хочется узнать. ПВХшечка нас встречает. Мелкий прям обалденный. Прям обожаю его. Все, он остался самым любимым. А нет, этот отличительный. Ой, сердечко опять. Не знаю, вот эти двое как сердечко ставил. Ну, они какие-то все стали для меня уже, не знаю, однообразные, что ли. Никакого нету много.
Пингвин, пингвин, пингвин. Это вообще клево. Еще этот мелкий. Кажется, в одном пакете, что ли, или нет? Здорово. Так. Я немножко послеживаю, и вроде бы все новенькие пока что. Ну, повторка. Клево, клево, клево. Так, и что же у нас тут за блестяшек? Они такие серебряные, что ж непонятно, блестящие или темные. Опять этот прикольный, наверное, тут блестяшки, которые, так, повторка есть, к сожалению. Сглазила, вот сглазила и все, тут не надо говорить под руку ничего, каштаненка. А то сглазишь и будут повторки одни попадаться, и вообще ничего не попадется. Никогда не говорите, кто бы попался снова. Открывай, открывай. Все время себе держу, все равно говорю. Плыхасечка. Плыхасечка, плыхасечка. Не, новый плыхасечка. Класс. Ой, ты пусенька. Ты мой сымутенька. Лапочка. Наверное, девочка. Это мальчики. Ну, вот это точно мальчик. Тужненько. Такой был. И все. Ну, сейчас давайте посчитаем, сколько из этого повторок, сколько из этого у меня уже будет клеено. Так, посчитала. 41 наклеечка новых и 9 повторок. Респец. Из 10 пакетиков 9 повторок. Ладно, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. В следующем выпуске я, кажется, нашла с кем поменяться дальше. Или даже докупить некоторые. И, может быть, посмотрим. Еще там штуки 100, наверное, наклеечек. Ладно, с вами была Юля. Всем спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Bye-bye-bye.